Министр культуры России Владимир Мединский предложил отдавать приоритет в дни 9 мая и 4 ноября фильмам российского производства. Мединский заявил, что правильно формируется репертуар совместно с дистрибьюторами. Он уверен, что надо также расставить приоритеты на еще два временных промежутка. Это праздники вокруг 9 мая, а также праздничные школьные каникулы вокруг 4 ноября. Министр также отметил, что в зарубежных странах показатели сборов российского кино выросли в три раза. Напомним, что кинорежиссер Федор Бондарчук выступил за создание единого оператора для продвижения российского кино за рубежом.